Всем привет! Так хотел показать, как я собираюсь менять, перепаивать разъем. Вот этот вот сгоревший разъем на вот такой вот новый разъем. Надо перепаять 10 проводов под капотом. С чем я тут столкнулся? Некуда положить горячий паяльник, потому что все под капотом это пластиковое. И короче, я тут пришлось мастырить, подкладывать деревяшку, брать лист металлический, которым закрывается аккумулятор, вот, чтобы на этом всем расположиться, паять. Вот другой вопрос, что все это делается на улице, на парковке под солнцем. Но это ладно, она как бы не сильно смущает, но тут как бы нету розетки, и у нас розетка идет от Mazda, от другого аккумулятора, через инвертор, вот включенный, тут 220 вольт у нас, чтобы запитаться паяльник, запитать наш. Еще вот такая вот конструкция, причем как бы это обязательным условием, я считаю, должно быть отключение аккумулятора в машине, проводку, в которой вы собираетесь ремонтировать. Вот. Аккумулятор, откинута минусовая клемма, дабы не было никаких непредвиденных случаев. Вот. Перепаяем, поизолируем, а потом все как бы будем собирать назад. Вот. И как бы узнаем, рабочий ли у нас вентилятор сегодня. Вот. Если не рабочий, то придется снимать вентилятор и его менять. Но я знаю, где есть такой же. Вот. Так что смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Рено 2004 года, трафик второго поколения, 1.9 дизель, 101 конь. Такая машина. Такая вот случилась беда. Это еще до меня он как бы начал тут выгорать. Мне как бы чинить.